Одинцовские госавтоинспекторы провели профилактический рейд «Детское кресло» возле крупного гипермаркета в Перхушкове. Оно направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, ну и то, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения при перевозках детей. Такие рейды проводятся регулярно. Несколько раз в год инспекторы вместе с комиссией по делам несовершеннолетних выбирают участок дороги для проверки транспортных средств, в которых находятся маленькие пассажиры. Это действительно очень важно, чтобы безопасность наших детей охраняли родители прежде всего. Дети должны быть пристегнуты. И мы сейчас с вами видели, что в основном все детки маленькие в креслах, правильно? Все детки пристегнуты. В общем-то, я думаю, что операция удалась. В этот раз к рейду присоединились члены отряда юных инспекторов дорожного движения Большевиземской гимназии. Алина и Маргарита – активистки. Девушки регулярно участвуют в подобных мероприятиях. В этот раз они напоминали водителям о правилах дорожного движения и дарили световозвращающие брелоки пассажирам. Проводим различные акции и различные выступления перед нашими учениками. Мы проводим пропаганду ПДД, различные акции, «Сосветись», «Светофор». Учим детей, как правильно переходить дорогу, рассказываем о дорожных знаках. По итогам рейда можно сказать точно, для многих безопасность превыше всего. Не было выявлено ни одной машины, в которой бы неправильно перевозили детей. Инспекторов это, несомненно, радует. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».